Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. В этом ролике я подарю свой личный газон одному из новичков, который будет работать на дальнобойщиках. Я вам обещал, то, что я подобное сделаю. Я записывал ролик, где я подарил Рената новичку. Вам этот ролик вроде бы как понравился, там 2000 просмотров, 150 лайков, поэтому я решил все-таки записать следующую часть. Если вам и этот ролик зайдет, то возможно в будущем запишу что-нибудь еще подобное. Ребята, для тех, кто не понимает, в этом ролике я подарю свой личный газон, получается, который стоит 12 миллионов рублей. Поэтому мне от вас нужна реально максимальная активность. Давайте постараемся на этом ролике набрать 200 лайков. Я вам буду очень сильно благодарен. Ребята, ну а кто не в курсе, я играю на проекте Amazing RP на втором сервачке. Все ссылочки есть в описании, поэтому заходите, смотрите и начинайте играть вместе со мной. Ну и конечно же, не забывайте вводить мой промокод. Промокод Полканов можно вводить на любом сервачке до 5 уровня, за него вы получите 300 тысяч рублей. Но я могу пожелать только приятного просмотра, приятного аппетита, ставьте лайки, конечно же, подписывайтесь на канал, берите с собой попить, покушать и наслаждайтесь данным роликом. Всех обнял, приподнял, полетели! Ну что ж, ребятки, вот тот самый газон, который я сегодня буду дарить одному из игроков. Я реально покупал его для себя, то есть я потратил на него все деньги, которые, в принципе, у меня были. Я его покупал для себя, потому что он реально прикольный. То есть мало владельцев, госточка 10 миллионов, я его купил за 12,5. И сегодня я этот замечательный газон отдам кому-то из игроков. Для работы, блядь, просто будет имба. В прошлом ролике я подарил Рената, тоже ФТСТО, ну а в этом ролике, как я и обещал, я буду дарить газон. То есть вы реально на том ролике набрали хороший активчик такой. Но если вы на этом ролике тоже покажете хорошую активность, я потом, возможно, подарю там Магнум, либо ВНЛ-ку, допустим, там и так далее. То есть все зависит от вашей активности. Если вам такая тема понравится, буду дальше продолжать. Кстати, многие меня спрашивали про того пацанчика, которому я подарил Рената. Я вам говорил то, что я за ним как бы прослежу, посмотрим, что случилось с ним через месяц. Но, к сожалению, ребятки, как бы я с ним поддерживал там контакт, он у меня был в семье, я видел то, что он там рыбачит, катает дально, но потом куда-то он пропал. И, к сожалению, у меня нету там админки, нету логов, чтобы проследить, что с ним произошло. Ну что ж, теперь давайте определимся, каким образом я буду искать игроков. Я решил поискать их через чат дальнобойщиков. Ну, я не буду там писать, типа, кому подарить газон. Нет, пацаны, такого не будет. Как бы, вон у нас люди есть, они катают дально, и по рейсам я буду смотреть, как бы, посмотрю, на чем они работают, сколько у них денег, там, какой у них уровень и так далее. То есть, таким образом, я буду отслеживать людей, которые именно сейчас работают. Ну что ж, ребятки, не будем тянуть, давайте посмотрим чат. Вот, допустим, у нас Денис Николин взял 8-й скилл. Так, у него, походу, есть личный газон. А нет, кстати, это не его газон. Но, как бы, блин, он не совсем новичок. У него, как бы, 18 уровень. В банке у него лежит 1 миллион 157 тысяч. Но, по факту, это реально не новичок. Потому что новичок, это если бы у него был, там, 10 уровень, допустим. Потому что работа дальнобойщика доступна с 8 уровня. У человека, как бы, 18 уровень. И скилл у него, в принципе, более-менее нормальный. Ну, ладно, там у нас есть Мария Сантана. Давайте за ней проследим. Ну, блин, смотрите. Да, как бы, у нее нету личной фуры, она работает почему-то на Volvo, хотя у нее 27 уровень, она 10 ранг во фракции правительства, как бы у нее 45 миллионов лежит в банке, поэтому ей, я думаю, наша помощь точно не нужна. Но Андрюшка у нас работает на своей фуре, ему наша помощь, я думаю, в принципе, не нужна. Кстати, в принципе, это, я думаю, наш вариант. Хотя я не знаю, смотрите, у него 15 уровень получается, наличные 40 тысяч. То есть, в принципе, как бы он работает на ТКшной фуре. 15 уровень, ну, в принципе, нормально, потому что, я думаю, скилл у него не особо большой. Где-то может быть 15 скилл дальнобойщика, либо 20 плюс-минус. Я записываю видосы, когда у меня есть желание и время, понимаете? Поэтому, как бы, онлайн как бы небольшой, но из таких новичков пока что только Даниэль есть. Ой-ой-ой-ой, пацаны. Я надеюсь, что у него
есть голосовой чат, реально. Короче, берем газон, едем сейчас в сторону порта, и там уже будем по факту как-то с ним вести диалог. Я реально надеюсь, что у него есть голосовой чат, потому что хочется с ним немножко пообщаться, узнать, какой там у него скилл, почему он выбрал дальнобойщики там и так далее. А он, блядь, обсох, прикиньте. Блядь, ну давайте ему поможем, типа, блядь, ебать, это вообще повод, нахуй, пиздец, понимаете? Блядь, вот эти, блядь, полицейские, нахуй, ебаный рот, вообще не вовремя. Просто я думал то, что я к нему как бы там в порт приеду, там жила-была, ну... Сейчас зато есть повод с ним пообщаться, заодно спросим, может у него голосовой чат есть. Бля, я только зря приехал, блядь. Даниэль, у тебя есть голосовой чат? А что ты не на личке катаешь? Да у меня квартира лучше забрать с личной фурой. Блядь, сука, у него есть личная фура, прикиньте. Ёбаный рот, блядь, вот это я вообще долбоёб. Вот это прикол, ебать его в рот, прикиньте. У него Рено-Те своя есть. Хорошо, что я узнал. Я уже, знаете, настроился, думал, сейчас я ебать ему подарю. Ага, хуй на ны, ебать. Так, давайте, опача. Бля, ну он на личке работает. У типов, ебать, 15 уровень. Вот просто вдумайтесь. У типов 15 уровень, у них уже есть личная фура, понимаете? То есть, ну это реально жестко, блядь. Где вы, сука, деньги берете, ребята? Ну, расскажите мне тоже. Кому мне, блядь, дарить фуру, алё? Есть люди, у которых нету своей фуры вообще. Короче, ребятки, я, скорее всего, нашел кандидата. То есть, вот, 8 уровень. У него получается денег, ну, 200 тысяч условно. Больше вариантов реально нету. То есть он работает, получается, на аренде, как я понимаю. Короче, я думаю, нормальный кандидат. Я так понимаю, он только пришел на дальнобойщики. Подарим ему, наверное, скорее всего, я не знаю. Короче, попробуем хотя бы. Потому что я уже там минут 20 катаю дально, ну, просто никого нету. А вот этот парень реально новичок. Тем более, я хотел подарить новичку. Вот, пацаны, самый настоящий новичок, который... Только может быть, реально. Я думаю, нормально. Ему газончик очень сильно понадобится. Блин, главное, чтобы он его, конечно, в казике там не проебал и так далее. На 8 уровне 200 тысяч это как-то маловато. Ну, возможно, у него какой-то есть автомобиль там, не знаю. Ну, кстати, знаете, что можно сделать? Сейчас я на базу заеду, сломаю газон специально и попрошу у него ремку. Ну, чтобы, знаете, как-то, ну, более реалистично выглядело, наверное. Я не знаю. Чтобы какой-то был повод к нему обратиться. Поэтому сейчас я быстренько на базу залечу, разломаю полностью газон, вот так вот просто влетаем нахер. Бля, как он сейчас страдает просто на этой развалюхе, реально, прикиньте, он сейчас даже не подозревает, что его ждет. Он такой едет медленно-медленно, знаете, на вот этом автомобиле, на этой Volvo просто, который едет там 70, по-моему, километров максимум. И даже не подозревает, что его ждет, понимаете? То есть у него есть сейчас вариант реально просто так получить газон, который самый имбовый для работы. Типа, не будет там рымочки, там туда-сюда жила-была. Так вон там крадется, ебать. Не, реально, блять, на Volvo работать, пацаны, это жестко. Лучше идите сразу в компанию, там, на Магнуме работайте. Магнум без чипа намного лучше едет, чем это Volvo. Дружище, не будет ремки? Блять, у него голосового чата нету, ебаный рот. Блять, это прям пизда. Это прям пизда просто. А у тебя есть голосовой чат? А ты давно тут работаешь на дальнобойщиках? Блять, у него голосовой чат есть, он не хочет им пользоваться, сука. Нет, 2 дня. А это аренда, типа? Или твоя машина? Блять, ну почему он не хочет голосовым чатом пользоваться? Только 4 рейса. Аренда. А ты, типа, хочешь скилл прокачать и на дальней работать? Или как? Блять, ну почему он не хочет, сука, со мной нормально пообщаться через голосовой чат? Хочешь, я тебе фуру подарю? Это самая имбовая фура, которая только есть. Ну, чтоб ты работал, как бы, быстрее скилл прокачал. На нем комиссии нету, ты будешь получать чистую прибыль, зарабатывать большие деньги. Блять, я не знаю, сука, ну хотя бы ты возьми ее, блять, эту фуру уже. Да, я тебе подарю, это будет твоя машина, ты на ней будешь работать. У меня уже есть ВАЗ. Да, если есть квартира, то можно, я думаю. Поехали тогда в нотариус. Бля, ну че он через голосовой чат ничего не говорит, ебаный рот. 12 миллионов. Еба, просто по факту это охуенный вариант, как бы, ему она нужна, понимаете? Он только пришел на дально, он там 4 рейса сделал. Ну да, на ней так же работает, как на обычной фуре. Тут комиссии нету, ты будешь за рейс получать полную сумму денег. Блять, ну почему он без ГЧ, сука? То есть по параметрам он нам идеально подходит просто. Но у него есть голосовой чат, но он не хочет разговаривать, понимаете? Вот в чем, сука, проблема. У него есть голосовой чат, но он не хочет разговаривать. Ну, я его не заставлю никак, поэтому как есть, короче. Давайте, продаем 92-й ID. Еба не верится. Так, 80 тысяч. Так, газон, Максим. Все, продаем ему.
Ай, блядь, я в ахуе просто, пацаны. Все, поздравляю. Я просто думал, у тебя свой чат есть, чтобы от тебя эмоции услышать, так сказать. Еба! Пиздец. Я в ахуе, конечно. Главное там, ну, не продавай его дешево. Продавай, если будешь продавать, продавай там за 12 миллионов минимум. А вот с информацией лучше капсом не пишите, ему дадут. Что тебе могу пожелать? Удачи, работай как бы, зарабатывай бабки. Лучше не продавай, потому что эта тачка тебе будет приносить бабки. Давайте ему ручку прожмем. И немножко за ним, я думаю, проследим. Был бы у него голосовой чат, реально, цены бы ему не было просто, чтобы я услышал эмоции. Мне кажется, если бы он микрофон бы поделился бы своими эмоциями, он бы там пиздец орал бы. Реально, было бы очень сильно эмоционально, потому что, ну, пацан реально новичок просто. Наконец-то он додумался перезайти. Ну что ж, ребятки, я дождался, ебать. Он зашел в игру, ебать. Я думал, все, пизда. Реально, я такой смотрю, 5 минут не заходит, 10, ебать. Думаю, ну пизда, ебать. Дал газон, чел съебался, нахуй. Я уже газон взял, пошел дальний катать. Ну, короче, в итоге он зашел в игру. Давайте посмотрим, чем он, ебать, занимается. Ой-ой-ой-ой-ой, молодой. Короче, ладно, давайте за ним посидим. Просто он побегал, офнулся. И все, и не заходил. Может, у него там что-то с инетом было, либо еще что-то. Но сейчас он, короче, зашел в игру. Опа, начались движения. Но у него, походу, интернет, да, хуёво. У него, видите, пинг, ебать, 114. Ну, блин, я надеюсь, то, что он все равно, как бы, будет играть. Будет зарабатывать баблишко. Бля, честно, немножко жалко газон, но я обещал, пацаны. Я надеюсь, то, что за то, что я выполнил свое обещание, вы реально поставите много лайков и немножко меня, как бы, поддержите, так сказать, потому что, ну, газон реально был пиздатый. Три владельца, пацаны, было. Три владельца, такого газона найти, ебать, очень сложно. Это только если выбить с рулетки, понимаете? Пробег у него был там 3000. Но, в любом случае, пацаны, моя совесть чиста, как бы, я подобрал нормального типа, вроде бы как, который реально нуждается в этой машине. Но, к сожалению, либо у него комп слабый, либо у него плохой интернет. Ну что ж, ребятки, он взял свой первый рейс на данном газончике. Склад Южный. Я надеюсь, то, что этот газон реально ему принесет много денег. Но чтобы заработать много денег, ему нужно будет много работать. Тем более у него первый скилл, потому что он сказал, что он сделал только 4 рейса. То есть 4 рейса он сделал. Это его 5-й рейс, короче. И он уже едет на газоне, понимаете? Я считаю, это реально круто. То есть пацан реально молодец. Ну как молодец? Молодец это я, ебать, который ему газон подарил. Я надеюсь, за счет того, то, что я ему подарил газон, у него появится еще больше интерес играть на проекте, как бы развиваться. Такая удача, пацаны, выпадает не каждому. Если бы я начал играть, и мне подарили бы газон, я был бы тоже очень счастлив, реально.